Stinger переделали на 1:10 трансмиссию. Впереди у нас вот этот Диори не настоящий диорской каретки, крутится офигенно, прям легко-легко, так нежненько. Вот такая трансмиссия, огромная сковорода, переключатель вытягивает. То есть смотрите, у нас какой огромный запас цепи. Вообще, даже можно сказать, натягивает он это все дело более-менее. С чего потом укоротим, но как бы на большую звезду, конечно, уже тяжеловато. Вон этот диорчик с прямой подводочкой, этот тросик, посмотрим, сколько проживет, будет ли шелушиться или нет. Смотрится, конечно, очень симпатично, все в цвет. Втулки здесь крутые стоят на промах. Получилось, конечно, достаточно забавно, несмотря на то, что Диор не оригинальный, но при этом работает все классно. То есть я бы даже сказал, что он работает лучше, чем оригинальный. Потому что сколько у нас вот было вот этих вот SRAM, GX, там, всяких Диоров. Вот китайский работает даже как-то лучше и нежнее. А вот так вот это смотрится на самой большой звезде. Посмотрите, насколько длинная лапка у переключателя. И какой охват звезды. То есть цепь на самом деле еле-еле вот хватает длины без укорачивания изначальной звезды, чтобы она закидывала на самую большую звезду. И вот он, наш Диорий. Не настоящий, но красивый. Потом надо будет, кстати, еще искать вот эту звездочку. Здесь у нас 96 BCD со смещением. 96 BCD-M модель называется. И вот как цепочка садится. Смотрите. Все хорошо. Втулки Chosen на промах. Самые классные вот из недорогих.